поселке Ильском в новом многоэтажном доме на улице Первомайской. Квартиры получили 17 юношей и девушек, оставшихся без попечения родителей. В торжественной обстановке ключи новоселам передали глава Северского района Андрей Дорошевский и прокурор Евгений Ширяев. Радость от события не испортила даже аномально ветреная погода. Красная лента перерезана, и владельцев пригласили осмотреть свое новое жилье. В квартирах с разной планировкой выполнен ремонт, есть сантехника и кухонная плита. Рады. Ждали, не ждали? Конечно, ждали. Ну и теперь? Будет звучать детский смех? Конечно. Дом снабжен лифтом, вокруг благоустроенная территория, есть детская площадка. Жилье находится в самом центре поселка городского типа, в шаговой доступности школы и магазины.